Предприятия малого бизнеса решают проблемы различной степени сложности. Инновационно-техническое предприятие «Промбиофит» поставило перед собой масштабную задачу создать оборудование и технологические линии приготовления, фасовки и упаковки жидких и пастообразных продуктов. Оборудование компании «Промбиофит» применяется при производстве косметических и фармацевтических препаратов, а также продуктов питания. Наше предприятие производит более 30 наименований оборудования. При этом оборудование есть очень простое. Такое, например, как закрыть бутылку пробкой, кронин-пробкой. Простейшее. И сложные комплексы, на которых можно получать различные виды продукции. Такие как пищевого назначения, технического назначения. Находит очень широкое применение во всех областях народного хозяйства. На предприятии работают высококлассные конструкторы и инженеры. Их изобретения защищены патентами и свидетельствами. Воплощать и доводить идеи до совершенства им помогает поддержка Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства. Чем лучше будет работать машина, тем меньше будут обращаться по ремонту этих машин, тем меньше будет вопросов, тем больше эта машина будет удовлетворять спросу наших потребителей. Предприятие поставляет свое оборудование в различные регионы России и в страны СНГ. Найти партнеров московской компании помогло столичное правительство. Одно из направлений взаимодействия с департаментом – это участие в так называемом программе, так называемый бизнес-марафон. То есть это правительство Москвы, департамент организует связь, но помогают найти партнеров московским предприятиям в регионах. Инновационно-техническое предприятие «Промбиофит» сотрудничает с правительством Москвы вот уже более 15 лет. Благодаря этому сотрудничеству о продукции фирмы знают далеко за пределами столицы.